Салам алейкум, пацаны. Обосрались, да? Мне подарили подарок, сказали: Хазбига, теперь бери с собой на стримы и на видеоролики. Ну а что делать, братцы, конечно будем брать. Клубника бомба, честно говоря. Салам алейкум, друзья мои. Всем братский саламчик. Ну что, братцы, сегодня для вас просто нереальная халява. Сегодня все, что я покажу, это будет, друзья мои, в одном событии будет бесплатно. Новое событие нас будет ожидать. Наборы, стенки, сколько всего бесплатного сегодня вы узнаете. Перед просмотром такого жесткого контента, братцы, вы обязательно лайк поставьте по-братски. По-братски лайк поставьте. Кто знает Хазбика, братцы, кто знает Хазбика, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте. Вот, и не забывайте, что у нас, друзья, мы каждую неделю разыгрывается по участнику, друзья, по участнику в моем телеграм-канале, да, на алмаз. Так что, если вы хотите у меня забирать алмазы каждый, скажем так, да, каждые выходные, ссылочка на мой телеграм в описании, вот, точнее, на мой телеграм в описании. Заходите, братцы, подписывайтесь, именно там вы будете для себя выиграть много-много алмазов. Всем все ясно, братцы? Всем все ясно? Поэтому всех буду ждать в своем телеграм-канале. Вот, после видеоролика. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, приступим. Поехали. Надеюсь, каждый лайк поставил, подписался. Давайте, наверное, начнем с самого начала, друзья мои. Не забывайте, что у нас уже вышли кулаки. И я планирую на них сделать, братцы, я на них планирую сделать прокачку. Вот, но сразу говорю, что в прокачку буду выбирать только тех, кто именно реально мой подписчик. Сразу говорю, если ты на мой канал не подписан, ты лайки не ставишь и так далее, можешь даже дальше не участвовать. Поэтому, братцы, сейчас все, после видеоролика, все бежим в мой телеграм-канал. Вот, и там я отберу сегодня, завтра, да, отберу участника на прокачку. Заберете себе кулаки и посмотрим, что, скажем так, вам выпадет. Вот поэтому условия очень простые. Все это сделали, подписались на мой YouTube канал, поставили колокольчик, все уведомления. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм канал. На Twitch канал тоже можешь подписаться, там каждый день застримлю. Ну и на все соцсети. Самое главное, телеграм канал, братцы. Ну, что, друзья, мы готовы все? Все посты на розыгрыш будут в телеграм канале, чтобы вы понимали, да? Там я все создам пост, вам нужно будет просто всего лишь нажать участие, принять. Вот, хотя уже там розыгрыш есть. Вот, ну что, друзья мои, в общем, получается, вышли кулаки у нас. Вышли кулаки. Знаете, в чем прикол? Выпустили кулаки, у которого все есть уже. Я даже не знаю, что, братцы, мне выбрать. Интересно. Ладно, тут у меня все есть. От дополнительных. И в дополнительном тоже ничего, братцы, нету, представляете? Я в шоке. Я просто в шоке. А что мне выбивать? А что мне выбивать-то? Вот так вот, друзья, мы мока и добавляем. Вот эти, братцы. Вот так мока и добавляет, понимаю. Ладно, с этим мы потом разберемся. Поехали дальше. Поехали к бесплатным событиям. Вы знаете, что у нас впереди очень большое обновление. И да, все-таки это подтвердилось реально, что если вы, братцы, в обновлении, которое вы уже будете ставить мину, эта мина вам урон наносить, братцы, не будет. Получается, если вы поставили мину, да, и нечаянно на нее наткнулись, до нее дотронулись, то реально урон вам наноситься, братцы, не будет. Это реально офигенная теперь тема. Теперь можно поставить куча-куча мин, и у вас будет урон не наноситься. То есть, например, вы поставили мину, да, и ничего про нее забыли. На нее наткнулись, зато вам урон наноситься не будет. Четко? Четко. Поехали дальше. Дальше, друзья мои, новая коллаборация с футбольной командой, да, получается, аниме, братцы. Сразу говорю по поводу коллаборации на нашем регионе. Неизвестно, но я вам сейчас покажу, что за вещи, какие наборы это вообще будет выходить. Коллаборация достаточно очень большая. Получается, добавлено очень много вещей, всяких мотоциклов. Также получается добавлено всяких наборчиков, эмоций. Даже есть стенки. Получается, скинчики на оружие тоже, братцы, есть. Эмоции я вам также, братцы, покажу. Это получается первая эмоция, как я и говорил. Вот первая эмоция с этой коллаборацией аниме футбольной команды, да. То есть, ну, эмоция достаточно эмоция неплохая. Возможно, под VPN мы также сможем какие-то наборы себе, братцы, убивать. Возможно. Но это, братцы, конечно, еще не точно. Но наборы я вам тоже покажу. Вот и покажу.
принципе, вещи, которые также у нас, они будут предоставлены. Также получается скинчик на оружие, также будет добавлен в этой коллаборации фомасик такой вот в виде получается, да, в виде какого-то наборчика там нарисован, да, какой-то персонаж, а набор там нарисован. Тоже, в принципе, ну, скин неплохой, эффекты маленькие есть, да, ну, в целом неплохой. То есть вот это там футболист, короче, на оружие, ну, прикольно, прикольно, четко смотрится. Поехали дальше. Дальше, друзья, мы по поводу Фомаса. Еще будет добавлен, конечно, друзья, мы Вектора. Да, скинчик на Вектора я вам тоже могу показать. Без эффектов. На нем нарисован такой футбольный мячик. Ну, блин, такой на самом деле себе. На самом деле, так, 10, ну, из 10 баллов, на 5 баллов. Также получается, будет добавлена стеночка. Да, стеночка, братцы, тоже будет добавлена. Стенка тоже довольно-таки неплохая. Вот такая вот стеночка будет футбольная. Вот тоже довольно-таки интересно. Без эффектов, но тоже она имеет место быть. Тоже стенка с коллаборацией аниме, да, футбольной командой. Вот также получается, будут добавлены всякие наборчики. Наборчики, я вам тоже могу показать. Вот всякие прически и так далее. Это что касается именно этого, да. Это получается все наборы и все вещи, которые будут у нас, не будут у нас, а вообще будут добавлены в игру с коллаборацией аниме, да? Вот, что за наборчики тут также будут, я вам сейчас, братцы, тоже вам покажу, не переживайте. То есть это именно все вещи. Вот, наборчики, друзья, будут выглядеть они вот так вот. Наборчики, на самом деле, ну, мне понравились, реально мне понравились. Вот так они, братцы, будут выглядеть, вот эти вот наборы из этой именно футбольной, скажем так, коллаборации. Вот такие вот наборчики, это получается мужской набор. Поняли, да, братцы, вот наборчики, которые у нас, получается, были наверху, которые внизу, видите, внизу, нижние наборы, вот эти наборчики, они вот именно тут вот, то есть вот этот набор раз, ну, блин, что-то прикольного на самом деле, ну да, может какой-нибудь набор с этих вещей можно собрать, вот, ну и также, конечно, на женский персонаж тоже есть такой же наборчик. Вот, тоже довольно-таки неплохо. То есть, это именно все, что будет касаться именно этой коллаборации. Еще раз повторюсь, неизвестно, будет в нашем регионе, не будет, но, возможно, что-то и появится. Вот, поехали дальше. Дальше, конечно, друзья мои, новые стеночки, которые также мы будем ждать уже на нашем регионе. Новые стенки, также стенка обезьяны. По поводу этого события я вам также покажу чуть попозже полностью это событие, все наборы, что именно касается с этой стеночкой. Также получается, стенка будет добавлена в виде, короче, на ученого кота тоже будет добавлена, тоже очень прикольная стеночка, типа, короче, он думает, да. И Фомас, который я вам показывал с новой коллаборацией, да, аниме. Вот также получается еще одни стеночки, стенки тоже довольно-таки интересные. Обалденная стенка, прям тут эффекты прям топовые. Скочит какой-то скелетон такой, да, внутри, с пушками. Тоже обалденная стеночка, тоже ожидаем в нашем регионе. Вот, также стеночка получается в виде машины. Тоже прикольно, с эффектами. Тоже довольно-таки, скажем так, эффектно смотрится. Вот, также, братцы, не забывайте, после видеоролика сейчас все, братцы, заходим на мой стрим. Сейчас вам покажу всю халяву, и все вы узнаете. Всем все ясно, братцы? Вот, обязательно, друзья мои, после видеоролика все заходим на мой стрим. Прям все. Просто закрывайте видеоролик и заходим на мой канал, да, и там будет стрим уже начинаться. Вот, с этим разобрались. Также, друзья мои, не забывайте, что у нас теперь в этом месяце не будет у нас ни тайного магазинчика, ни колесо фортуны, да, выгодно накрутки. Не колесо фортуны, а выгодно накрутки. Тоже, братцы, пока у нас на регионе не будет. Вместо этого добавят наподобие такого же события. Это получается событие тоже, где вы также выбиваете себе скидочки и также можете за эти скидки себе также выбивать себе определенные вещи. То есть, ну, наподобие выгодной накрутки, наподобие, просто в другом формате, короче, друзья мои. Вот, тоже это ожидаем уже в нашем регионе. Вот, но, скажем так, данного магазинчика в сентябре пока, друзья мои, мы пока не ожидаем. Вот, ну, по крайней мере, пока информации никакой, друзья мои, нету. Ну и, конечно, друзья мои, вся халява, которая связана с новым событием. Эта халява должна выйти у нас, получается, с выходом обновления. С выходом обновления. Как и видите, наверху, в правом верхнем углу, видите, курочка, кроссовки, волосы, машины всякие, паранг, парашютики, наборчики. Это все будет у нас бесплатно. Внизу, это, видите, жетончики, где стеночки. Это жетончики. Эти жетоны улучшения, которые вам будут давать улучшения. Улучшения там к стенке, улучшения там, получается, к вашим навыкам всяким. Ну, то есть, это что будет даваться именно к вашим улучшениям. Также с этим всем еще выйдет у нас, получается, обновленные карты. Помните, я вам говорил, что получается у нас еще должно выйти обновление, да, именно карт, где там будет все заморожено. Помните, я вам показывал, друзья мои? Помните, я показывал, там замороженный, получается, фабрика замороженная,
Вот это тоже, друзья мои, у нас будет выходить. То есть это что, это именно связано с этим всем. То есть офигенно, я считаю, бомбово. И также с левой стороны, братцы, сам набор. С левой стороны будет сам набор, как видите, да, который также будет даваться, братцы, бесплатно. Ну, тоже, я считаю, неплохо. То есть эта вся халява уже начинается выходить именно когда у нас уже будут, друзья мои, обновление. Всем все ясно? То есть, нормально, бомбово. То есть, музыку получим, лутбоксики всякие получим, лутбоксики, скинчик на машину получим. Вот, паранг, парашютик. Ну, конечно, ну, немного вещей, но все же, просто это все халява. Это все бесплатно, мы уже будем получать с выходом обновления. А также новые карты замороженные и так далее. То есть, и сам вот этот получается персонаж, да, если я не ошибаюсь, также сможем получить. Вот, то есть, это реально тоже очень-очень топово. Это что касается, друзья мои, у нас выхода обновления. Обновление, друзья мои, выходит 4 сентября. Вот, мы будем также с вами ждать обновления вместе с вами. Поэтому, братцы, не стесняйтесь. Это все мы будем уже делать вместе с вами. Вот, поэтому участвуйте во всех розыгрышах, участвуйте во всех конкурсах, братцы. У нас все проходит в телеграм-канале, ссылочка внизу в описании. Просто нажимаете перейти, там написано, как называется, мой телеграм-канал. Мой телеграм-канал называется просто телеграм, где провожу розыгрыши. Вот на него нажимаете и все. Мой телеграм-канал. И все, братцы, и участвуйте. Все-все ясно. Все, братишки, я вас всех жду на стриме. Не забывайте также, если кому-то из вас нужны настройки на ваши телефоны, вы можете спокойно ко мне обратиться. VIP-настройки по очень дешевым ценам. Размер кнопки, худи, пиар, расположение и много чего интересного входит в эти настройки. Всем-все ясно, братцы. Все, люблю, обнимаю, к сердцу прижимаю. Вы самая лучшая аудитория. Спасибо всем, кто подписывается, ставит лайк. Всем пока, до новых встреч.